I got hoes calling a young nigga phone. Where's Ali with the motherfucking dog? Bitch, I be ballin' like a motherfucking pro. Раз-раз. Чё, рубашка норм сегодня купил? Вот. Причем купил, знаешь, в таких местах, типа, как рыночные отношения, такие есть же. Чего? Такие ТЦ-шки, знаешь, такие вот рынок вот этот вот. Я не знаю, как они существуют, но вот я там купил, братик, 3500, черная рубашка. На вопрос, не похож ли я на официанта, типа, в ней? Вот нет такого? Чуть-чуть. Где мой опять плащ? А вон, собран. С. Суета. Через 10 минут уже должны все подтягиваться, но я знаю, кто придет к 8. Это чисто рвачи будут. Сэм, Гудай, кто, знаешь, попить пивка заранее. О, нет, это кенты подходят. Чуваки, потому что у меня днюха не только... Здоровчики. Да, красавчик, да. Здорово. Короче, у меня днюха. Тут не только будут ребята из 2D, а также будут мои друзья, кого я успел нажить за, ну, получается, 30 лет своей жизни. Поэтому тут будут все чисто перемешка. Там планируется порядка где-то 60 вот так вот человек. Я думал, лофт будет больше, если честно. Я просто его не видел. А как будто он нормально маленький. Пофлексим здесь. Думаешь? Типа плотно будет. Катка плотная. Это же рубашка могу слить уже. Минуту я тут стою. Б***ски, как она. Полин, застегни мне рубашку. Полина! Полин. Полин, помогите. Полин. 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 Полин какой? Полин. Полин. Известный. Привет. Здорово. Здорово, спасибо, братишка. Ну, первый гость есть, кто, знаешь, Лена, к 8 пришел вот уверенно и ровно. Как можно было до даже прийти? Красавчик, смотри, и он в черном, братан. Я тебе говорю, что я писал, нет, у меня была такая видеовизитка, где было написано дресс-код, black tie. Сегодня Арчи пришел полностью в белом, братан, в вязаном свитере. Кто-то пришел в синих джинсах. А я послушный мальчик. Нет, у него есть переодет. А, стоп, стоп, стоп. Спасибо, у меня есть... У меня есть, слава богу, помощник, который привез мне, братик, черный джинс, так что мы сейчас переоденемся. Все. Подставить. Все по дресс-коду. Да. Я тоже переодеваюсь. Полина, а где мои брюки? Полин. Опа! Ничего не изменилось. Рубашка как вот не была застегнута, брат. Часы. Чего? Часы? Часы, брат. Что никогда не носил. Часоты. Знаешь их историю? Один раз мы были в клубе с пацанами, нам было лет по 19, и была какая-то драка. Я такой отхожу вниз, смотрю, а там часы, братан. Это они? Это они. Серьезно? Ну, это часоты, я привал, на 30-ку стоит, 30 тысяч. Нормальная тема. Ну, надеюсь, сегодня поздний день рождения, все часы новые могу взять. Ну, как бы, ребята подарят, наверное, да, что-то? Будем надеяться. Так, ладно. Все, я пока готовлю конкурс, братан, потому что я буду сам себе тамада, понял? Поэтому я готовлю эти конкурсы. Бля, засидите мне какую-нибудь рубашку. Слышь, блядь, Миш? Людей не можете набрать. Братан, на пивное казино не могут набрать людей. Вы что, это с ума сошли? Еще народу мало, братан. Тут все, сколько? 10 человек. Раз, два, три, шесть. 4 человека, Аржан. Кутуз, давай поиграем. Еще один. Опа. Хул, давай, хулито. Да вы меня напугаете? Да там уже. Давай. Аржан, иди сюда, будешь за меня пить, пойдем. Давай. Я за него буду. Вот так, понял? Пацаны работают, в то же время их жены и девушки, понял? Они сидят хавают. Прямо... Пускай, пускай кушать, приятного аппетита девчонкам. Я брат, поддерживаю. Короче, братан. Здорово, братец. Чё? Я ехал к тебе. Так. Это вообще... Так. Я ехал и к тебе. Все подарочные магазины закрылись. Нет. Я еду к тебе. Я не собирался. Менты меня останавливают. Полностью обыскивают. Я трусы поснял. Это впервые вообще в такой в моей жизни было. Он такой, что в конверте? Я такой, деньги другу. Он такой, открывай. Я такой, как, блядь? Он такой, руками. Спасибо, спасибо. Ты без тачки? Конечно. Блядь!
Дай мне листачки, братан, я тебе говорю. Видите, дорогие мои зрители, друзья, помимо Тудроц, у меня еще есть друзья, которых я нажил, повторяюсь, за 30 лет. И, возможно, даже больше, чем ребята из Тудроц. Я лучше, да. Это мой лучший ген. Эдос, брат, с днем рождения тебя! Реально люблю и уважаю как старшего брата. С кайфом, что мы с тобой откровенны с друг с другом. И, братик, я тебя просто люблю. Хоть тебе и 30-ка, но в душе тебе все 25. В стакане только морс, если что. To all the killers and the $100 billers. Чтоб ты понимал, с ним мы знакомы с 6 лет, это сколько, посчитай? 24 года, старина. Это мой лучший кент с детства. Коллега, коллега. Сейчас с тобой сфоткаемся, Паша. Чуваки, также снимает Паша, это тот человек, который, с которым мы начали этот путь, и вы теперь видите то, что он снимает его глазами. Мы в этом на день рождения, чуваки. Это Дракула, братан, вызырь. Дракула? Граф Дракула. Жек, Жек. Они хотели порвать мне трусы, но ничего не получится. Хотели порвать мне трусики, но не сегодня. Не в день рождения это, не сегодня. Ну пару слов дай. Я в своем телеграм-канале сказал, что невозможно было пожелать капитана лучше, чем Эд. Братик, я тебя люблю от всего сердца. День рождения. 43-й, 44-й размер ноги. Выйдите сюда по-братски. Все очень просто. Сейчас я выберу рандомно двоих человек из вас, кто дальше участвует, куется в таком некотором челлендже, связанном со мной. Достаем телефон. Рандомно? Или рандомно. По твоему выбору? Рандомно. От 1 до 12. Цифра 3. Тогда тебе, бля, услышит футбольный боженька и поможет. Серхио Рамос. Пятого. Цифра 3. Вот они встали. Пантеры, куда, братан? Присаживайтесь. Куда? На стуле. Так как день рождения у меня, соответственно, что мы делаем? Пять вещей. Сыч, я посмотрел. Пять вещей, которые связаны со мной. Каждый из вас должен эту вещь описать. Я вам ее дам в руки, вы ее трогаете и говорите, что это. Глаза завязаны, да. Кто больше угадал из пяти вещей, тот забирает, брат, вас сочную пару кроссовочек. Никогда не забирали. Ой, это что было? Чего ты снял? Я ударился. Итак, первая вещь. Я показываю ребятам. Только я молчим, не подсказываю. Никто не знает, что это. Тут нужно очень точное определение. Медаль! Медаль! Пантера был первый. Да! Пантера, давай! Это НФЛ за первый сезон. Давай, для меня она очень ценная. Я думаю, так же, как и для вас. Давай, хватит! То, что надо. Пантера 1-0. Next. Потом объясню, что это такое. Бля, фу! Ну, не, забей. Готовы? Да. Трусы твои! Есть, есть, есть! Да? Где же вы? Куда я угадал? Бля, легенды! Я знал, что они будут! Покажи трусы! Я знал! Это счастливые трусы, я их ношу всегда за день до игры. Дай понюхаю! И в целом за дай понюхаю! Дай понюхаю! Сейчас я их уже не надеваю после случившихся событий. Итак, закрываем глаза, вытягиваем руки. 1-1. Гудай, пантера. Готовы? Братва, сюда. Показываю, поехали. Машина, машина! Ну какая, брат? Да! Дождь! Куда первый был? Чуваки, моя мечта! Дождь, но это не осуществится. У тебя белый возит, бля! А Калима косой! Все, 2-1 в пользу. Это 2 раунда! Окей, это последнее задание, еще 2-1. Потому что один реквизит, к сожалению, выкинули, как я понял. Дай им сразу. Тут нужно точное название.
А это две вещи? Да. Поясненько. Раз, два, три. Черные дрессы! Нет. Это форсы! Это Это Джорданы! Да! Да лучше, да! Это данки, блять, я хуй! Тревисы, просто тревисы! Ну да! Тревисы! Какие чё тревисы? Белые, бежевые, типа, они... Да. Пантеры, да. Вот эти трейлеры дали мне за лучшего как первого сезона, для меня они очень ценные, поэтому... Ну я не могу сюда не добавить. Вот, бля, один реквизит выкинули, братва, я не знаю, счет 2-2. Цуефа, брат! Давай в цуефа, братан. Раз, два, три. Бывает, позори заряд вернулась, братан! Учитай жену, такое бывает. Чё за Котэрычу, давай! Ну-ка, ну-ка, Котэр! Тебе благоволи! Поздравляю! Спасибо, брат! А то, что у тебя день рождения, ты мне подарки даришь! Такая, день рождения меня, я дарю подарки пацанам, пускай будут! Стою, может, подарить. Хорошие, блядь. А для 41 размер будет? Может, что-то подарят, нет? Нету, блядь, у 43 размер, 41. Все большие, братан, блядь. Маленьких людей, где кроссовки, может, призы, деньги. Какие-то купоны, может быть, на я пришел сюда, блядь. Для чего, блядь? Друзья, прежде чем продолжим наслаждаться живой музыкой, подарками, конкурсами лично от меня для пацанов, хочу напомнить вам про своих друзей, они вот здесь, которые поддержат меня на протяжении всего моего блогерского дела. Снизу будет промо, ты его вводишь и получаешь подарок в виде 2000 на свой счет. Ссылочка будет в описании, запишу комментарий, поэтому переходи и кайфуй. Какой футболист, это уже отдельный наш разговор, и не просто так это человек в нашей команде, так на всякий случай. Бумажный! Да. Я думаю, что каждый человек, который в этой команде, поднимет всегда две руки при слове капитан. Бумажный. Вот. И все знают, кто капитан в этой команде, кто уважаемый человек в этой команде. Арчи, мой капитан. Вот. Дорогой, мы тебя все любим, мы тебя все ценим. Вот. Радуй нас своей игрой. Вот. Будь с нами. Вот. Самое главное, что ты хороший человек. Спасибо, Эд, что ты есть. Я хочу сказать пару добрых слов об этом человеке. Спасибо тебе за то, что ты самый лучший на свете друг, за то, что ты самый лучший на свете муж, за то, что ты просто самый лучший. Но самое главное, сегодня здесь нет нашей дочки, поэтому я хочу сказать тебе, что ты невероятный отец. Ребят, пожалуйста, поаплодируйте, сейчас у нас будет выезжать тортик! История ужасная, братан! Если я мог покрасить, я бы покрасил. Они мне плать. Да, я стянула сиськи на свою джуси фронталку. Да, я джуси цыганка, да, да, я джуси цыганка. Yeah!
выходим быстро, да. Сюда выходим. Быстро, блядь. Я могу. Слышь, ты, сука. Свои котлетки, слушай, отдай. Давайте его положили, пацаны, вы чё? Это... Самый темный. Блин. Нихуя себе. Паша, это уже уровень. Это уровень. Ваше имя и фамилия? Так, Иванов Эдамс Владимирович. А может просто Эд? Да, можно просто Эд. Так это вас называют Эдом? Да, да, это я. Это благодаря вам собрались здесь все эти люди, которые мне решают работать. 100%. Итак, Эд, вы должны четко произнести, даже протянуть простое... Агахо! Это не смешно, это серьезно! Есть! Протягиваем. Раз, два, три. Агахо! Дома. Жена тебя очень любит. И... Спасибо. Давай. Спасибо. Спасибо. Чё, хопс? Спасибо. Так, дорогой Эд, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе счастья своей невесты, здоровья, крепкого твоему малышу. Ну и что, у тебя все есть, брат, ты охуенный. Чуваки, там есть торт, можно торт поесть, кому кайф. Борщик. Налей мне жетоник. Конечно. Знаешь, вот это мой жетоник. И на... Короче, мы выкупили вишлистя, у него был генотек. Золотое яблоко тоже держи. На 500 рублей купишь себе маску. Я узнаю, кто я!
И я тоже рад, что этот человек раскрывает любого человека, который приходит в нашу команду. И он безгранично отзывчивый, безгранично радостный, прямолинейный и душевный. Он сделает для тебя все, безварно, что ты сделаешь для него что-то или нет. Это тот человек, на которого нужно равняться, за которого нужно стремиться и за которым нужно идти. Он не просто мужчина, он мужчина. Человек, который будет показывать пример всей своей жизни до последнего. И именно поэтому, так как ты у нас чуть-чуть загорелый, я дарю тебе конвертик. Опа! А этот конвертик не совсем с одними банкнотами. Так как ты у нас интернациональный, конвертик тоже интернациональный. Там имеется и доллары. Всегда было приятно ощущать его эмоции, его атмосферу. А когда ты приходишь в команду, он тебя раскручивает, он с тобой общается, он тебя там не ищет проблем. И я очень горд и очень рад носить татуировку этого человека. Я ее подсректирую. И у тебя тоже она есть. Да. И я ему отражаешь, дали. Я ему уже на съемке сказал то, что, братан, эту татуировку я буду носить с кайфом до окончания своих дней. И я ему говорю сейчас, братик, я тебя люблю. Спасибо, братик. Человек, которого я знаю, самый позитивный, самый справедливый, всегда поможет в любую минуту. Просто когда я получил травму, он был рядом со мной, ну вот именно каждую минуту. Мне сказал, что делать, когда делать. Обожаю этого человека, мы с ним вроде 4 года знакомы. Такое чувство, что всю жизнь знакомы. Просто вот именно каждый отрезок жизни, который мы вместе переживаем, он всегда самый запоминающийся. Так что, брат, с днем рождения тебя, очень тебя люблю. Будь самым счастливым человеком, самым главным здоровым. Чуваки, ну что, как вы видите, круче, чем сегодня быть не может ни в одном коллективе. Этого поздравляю с днем рождения, 30 лет, это супер круглая дата, и надеюсь, что это только начало чего-то самого большого в его жизни, поэтому все его друзья всегда будут рядом, близко, и держать его вот за это плечо, поэтому, бро, будь здоров, чтобы у тебя все было и ничего за это не было. Честно скажу, что для меня это особенный человек в команде, я его безумно люблю, и с самого первого дня тут рос, этот
капитан, этот человечище был для меня примером и остается примером. Огромный, большой человек, очень сильный и человек, который, наверное, вот для меня всегда останется большим-большим примером, поэтому я очень его люблю, поздравляю его с днем рождения. Я думаю, что получился классный праздник. Всем большое спасибо за просмотр. Мы вас очень любим. Короче, пацаны, как-то так проходит мой день рождения. Что будет дальше, я думаю, что вы тоже знаете. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставим лайки, кидаем комментарии. Это просто влог, это просто лайф. Считаю, вы тоже попали в моем днем рождения. Чуваки, всем спасибо за просмотр, всем пока, я погнал дальше.